Сегодня поговорим о черных дырах и белых дырах. Последнее время, последние несколько лет, натуральные физики, реальные физики, официальные физики, не знаю, как их назвать, нобелевские лауреаты уже теперь пошли на этой теме, они утверждают нам, что существуют черные дыры, которые являются мега-массивными объектами, которые, в свою очередь, имеют иную физику, чем физика, к которой мы с вами привыкли. Некоторые параметры черных дыр, которые сегодня признаются официальной физикой, я назову. Это малый объем, это буквально вот такие. Это колоссальная масса, то есть в таком объеме буквально, по мнению физиков, заключена масса размером в Солнце, тысячи Солнц, миллион Солнц. Третье – это то, что внутри черной дыры происходят некие физические процессы, которые с веществом обычно не происходят. И четвертое – то, что эта черная дыра меняет всю нашу реальность на какую-то иную. В результате развития такого образа, развития образа черной дыры, появилось стойкое впечатление о том, что они существуют. После того, как физики укоренили этот миф в головах обычного человека, в сознании обычного человека, обычного физика, когда все физики других направлений, не астрономии и не тех, которые связаны с черными дырами, привыкли к самому понятию черной дыры и тому, что она существует якобы в реальном космосе, после этого уже начались нобелевские открытия. Астрономы якобы зафиксировали гравитационные волны, которые, по их мнению, испустили две столкнувшиеся черные дыры. Эти астрономы получили соответствующие награды, включая Нобелевскую премию. И вот теперь давайте представим, что все вот это городилово, которое было нагорожено в течение предыдущих 100 лет и оттолкнулось от работ Эйнштейна и даже дальше от работ Ньютона, все вот это городилово на самом деле к реальной физике не имеет никакого отношения. Я давно хотел уже сделать такой фильм, попробовать рассказать людям, физикам, что это все вымысел. И вымысел в виде черной дыры, он построен на ошибочной теории гравитации. А та, в свою очередь, построена на ошибочном восприятии или ошибочной теории первой производной. Все нормальные, реальные исследования в этом вопросе, в вопросе астрономии и движения космических тел, закончились сразу после уравнений Кеплера. Кеплер последний, кто правильно указал все. Дальше пришел Исаак и все испохабил, все разворотил. За ним пришел Альбертик. Альбертик все до конца разломал на кирпичики. И теперь мы с удовольствием наблюдаем, как в цирке под названием Нобелевский комитет последователи Альбертиков и Исааков разрушают физику до основания, а потом удивляются, почему это у нашего дорогого Дмитрия Рогозина космические ракеты, космические корабли никак не летят в космос. Потому что, господа, вы сломали всю физику, всю математику. Она не такая, как вы написали ее, будучи гениальными отличниками с колами и двойками в аттестатах. Итак, в чем фишка черной дыры? По мнению материалистов-физиков, черная дыра порождается следующими условиями. Якобы совокупность массы складывает в конце концов такое тело, которое за счет собственной гравитации, за счет собственных гравитационных сил стягивает себя в ту самую черную дыру. Чем больше исходной массы при образовании черной дыры, тем более плотный объект, тем более значительная масса этой черной дыры и тем больше
и ярче свойства черной дыры проявляются в физике. На чем это построено? Построено на представлениях Ньютона о гравитации. Он впервые предложил, что масса может порождать силу, которую он назвал божественной гравитацией. Еще раз говорю, к терминам надо относиться точно. Ньютон не придумывал гравитацию или тяготение. Он придумал термин «божественная гравитация». В переводе на русский язык это «божественное собирание», собирание чего-либо. И вовсе не за счет сил тяготения, как потом он написал в своих формулах, а за счет совершенно иных процессов. Правда, я не буду ругать Ньютона и Эйнштейна огульно, потому что эти вещи, чтобы понять, мне пришлось создать целую единую теорию поля. Только после этого картина стала ясна, и поэтому я без негатива отношусь к попыткам физиков понять свойства гравитации и объектов, которые, возможно, были построены с учетом гравитации. Почему? Потому что это сложная область науки, и пока нет основной теории, то объекты могут строиться в воображении любыми. Итак, что мы имеем на сегодня? Сегодня мы имеем понятие массы, которое неизвестно никому. Вы можете провести сами исследования, спросить любого профессора или академика, ниже нельзя, потому что ниже вас засыпят стопроцентными определениями, которые не соответствуют никаким стандартам. Так вот, вы можете спросить у любого профессора или академика, что такое масса. Вы услышите от грамотных людей один и тот же ответ. Ответ такой: никто не знает, определение массы не существует. Поэтому я присоединяюсь к таким позициям. Это действительно так сегодня в официальной науке. Этого определения нет, понимания массы не существует. И строить какие-то физические теории на том, что не содержит своего понимания, бессмысленно. Это просто антизаконно по законам науки. Я предлагаю свое определение, которое у меня реализовалось, получилось в результате построения единой теории поля. Определение следующее. Масса – это количество структурных элементов, содержащихся в выделенном объеме. Все. Больше в понятие массы не входит ничего. Не надо добавлять туда гравитирующих, притягивающих, способных там еще что-то. Нет, все вот эти способности – это уже описание в других стадиях познания вещества. Самое главное, еще раз повторяю, что такое масса на пальцах – это вы рассматриваете какой-то объем, вот такой, допустим, в котором есть определенное количество структурных частиц. Вот эти выделенные фрагменты материи вы рассматриваете как единое целое и описываете как единое целое. Допустим, вы выходите зимой на улицу, лежит ровный снег, выделить из него ничего нельзя для нужд эксперимента, но вы берете какой-то фрагмент материи, снеговой материи, лепите из него снежок, и вот это ваша та масса, которая упакована в такой вот объем, соответствующий двум вашим ладоням. И дальше вы с этой массой, как с единым целым, можете делать все, что угодно. Вы можете скатать, то есть добавить массу из этого снежка остальные комы и сделать из него снежную бабу. Вы можете этот снежок запулить в кого-то. Вы можете сделать массу таких снежков и написать этими снежками какое-то слово, то есть придать одному снежку фрагмент целостной информации. Вы можете сделать с ними все, что угодно. Растопить его, еще охладить, сделать квадратным, сделать круглым, сделать плоским, сделать треугольным. Все, что угодно, с дыркой внутри, без дырки внутри, с ушками, как хотите. Масса при этом будет у выделенного объема оставаться одной и той же. А другие многозначные параметры этого вашего выделенного массивного объема будут меняться по разным вариантам.
Что такое гравитация? Нас убеждает классическая наука, начиная с того самого Ньютона, что вот этот выделенный фрагмент в виде снежка, в виде какого-то массивного структурного большого элемента, он вдруг почему-то проявляет свои внутренние качества, которые Ньютон назвал гравитацией или тяготением, и даже сделал закон всемирного тяготения. Получается интересная картина. Когда мы выходим в снежное поле, оно лежит между нами плоским, ровным, однородным, одномерным и изотропным практически, то как-то вот эта гравитация, она не проявляется и действует каким-то образом одинаково во всех направлениях, если она есть. Но давайте посмотрим глубже в наш опыт со снежком. Мы берем снежок и уплотняем его сами. Мы являемся внешней силой. Если у этого снежка нет внутренних ресурсов, то есть он недостаточно влажный, чтобы слепляться, то наши силы не могут его сдавить в этот снежок, и он распадается опять в сухой снег. Поэтому для того, чтобы мы его сжали, нужна наша сила и его состояние, соответствующее тому, что этот снежок способен слипнуться. А когда мы его заставляем, этот снежок, набирать дополнительную массу, мы его прокатываем по соседнему снегу, и он приобретает вид кома. Его масса становится выше, чем была. И если бы мы не знали, что это мы прокатили этот снег, а посмотрели некую запись, в которой этот снежок катается якобы сам, то мы бы увидели, как он катается живым по полю и набирает в себя дополнительный снег. Из этих опытов мы видим, что масса остается всегда под напором, под условием того, что к ней применяется какая-то внешняя сила. Сама масса не проявляет тех самых условий, чтобы она диктовала какой-то окружающей действительности какие-то свои намерения. Почему были приняты такие ошибочные отношения к физике? Потому что во времена Ньютона не была рассмотрена, изобретена и освоена информационная составляющая теории поля. Я не говорю о том, что тогда даже не было теории поля. Это дело десятое. А главное то, что реальные физики не выделяли информационную составляющую из той материи или сверх той материи, которую они изучали. В свое время, лет 5 тому назад, я опубликовал в журнале вычислительного центра РАН статью о том, что закон всемирного тяготения, закон Кулона и другие законы, созданные по этому типу, когда один заряд умножается на другой заряд, делится на квадрат расстояния между ними, и в результате получается некая сила, я в своей статье показал, что таких законов сегодня действует более 12 штук. Эти законы действуют во всех областях. По этому закону рассчитываются электрические схемы, по этому закону рассчитываются гравитационные схемы, по этому закону рассчитываются телефонные разговоры, по этому закону рассчитываются графики заполнения дорог автомобилями, посылками, почтами, избирательные процессы и много-много-много различных других вещей, в которых главным является масса элементов. Вот эти две единицы, два заряда, которые стоят сверху в этом законе, в числителе, в его числителе, и отображают массу одного и другого явления. И людям, физикам прошлого, казалось, что одну массу, умножив на другую массу, они получают некую силу, силу взаимодействия между этими массами. Но мы сегодня, в нашем 21 веке, понимаем, что это не так. Представьте, у вас есть один компьютер и другой компьютер, соединенные сетью интернет. Вы умножаете один компьютер с его запчастями на другой компьютер с его запчастями. Вот как бы вы себе не представляли этот процесс умножения, пока вы его не представите себе как установление связи между двумя компьютерами через сеть интернет,
вы не сможете добиться никакого результата умножения. В кавычках, конечно. Но как только вы свяжете два компьютера через сеть интернет или напрямую кабелем, у вас состоится так называемое умножение функций, которыми общий теперь компьютер обладает и то, что связывает эти два компьютера. Но это совершенно не гравитация, это совершенно не сила. Это составная часть их интеллекта. Это то, что каждый компьютер через вас, с помощью вас, проявил свою интеллектуальную возможность и соединился с другим. В результате получилось умножение. Или другой вариант. Вы идете по полю, видите, недалеко на холме появился какой-то человек. Это другой заряд, другой гравитационный заряд, другая масса. У него, допустим, тоже 70 килограмм массы. Вы его видите, и тут начинается работа вашего компьютера. Если вы в этом человеке узнаете человека, знакомого вам, и хотите с ним увидеться, вы подходите к нему ближе, как к заряду, который для вас является условно притягательным. Если же вы видите в этом человеке какого-то врага, вы стремитесь от него удалиться, и он приобретает условно отрицательный для вас знак. Поэтому притяжение или отталкивание двух зарядов масс тела, мы рассматриваем только ваши и наши тела, заключается не в том, что они проявляют это свойство или какое-то свойство сами, а в том, что эти свойства проявляются через их интеллект, который сопровождает выделенное тело. В связи с этим картинку, которая создает для реальных физиков черную дыру, надо изменять. Сам объект выделенной массы вокруг себя создать ничего не может. Не может создать и внутри себя. Единственное, что он может создать, он может наполнить собой определенный объем. Примерно как, допустим, та вода, которую мы наливаем в ведро. Да, вот вода, налитая в ведро, она заполняет собой этот объем, но в этом все. Других свойств этой воды нет. Все другие свойства, физические свойства, получаются, когда масса этого объекта начинает покрываться новыми характеристиками. Например, распределением в пространстве, например, скоростью перемещения, например, наличием каких-то потоков. Вот тогда в этой массе появляются дополнительные значения, которые и приводят к реальным дополнительным результатам. В природе, в большой природе, у нас устроено все таким образом, что природа имеет какую-то фундаментальную интеллектуальную составляющую. Эта фундаментальная интеллектуальная составляющая проявляется следующим образом. Где бы вы ни были, вы всегда получаете 1 плюс 1 равняется 2. Вы всегда получаете, что 2жды 2 – 4. Вы всегда получаете, что круг – является круглым и на Земле, и на Марсе, который находится под Землей. И в других территориях космоса, мы не будем сейчас спорить по его наличию, круг всегда остается кругом и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Также квадрат, также другие геометрические фигуры, линии плоскости, трехмерные объекты. И это говорит о том, что существует колоссальный разум, который стоит над нашей системой, и поэтому, собственно, многие мыслители давно уже, и до меня, и я в том числе, пришли к выводу, что наш мир является компьютерной игрой.